А вот Ярославич проиграл стартовый поединок чемпионата России высшей лиги А. В Челябинске подопечные Виктора Сидельникова уступили местному «Торпедо» 0-3 и 1-3 и не заработали очков в турнирной таблице. Правда, волжане заставили соперника брать каждый сет с боем, но сами не довели дело до зачетного тай-брейка. В итоге поражение в дебюте чемпионата. В нем Ярославич пока только 9-й. В субботу и воскресенье он примет в родном городе команду «Трансгаз Ставрополь».